Здравствуйте, мои дорогие. Ну что ж, ветер вроде утих, все мои стихи грустны, но вот есть один смешной. Я его третий раз уже зачитываю, и третий раз вставляет все по-новому. Этот стих называется «Загадка». Очень такая серьезная, даже не знаю, с каким акцентом я бы его прочитаю, но вы, главное, вдумайтесь в текст. «Однажды Блау отправил Виту, Иванчо сделал беспредел, хамелеон вдруг улыбнулся и как-то нежно песню пел. Арина, растерявшись в трансе...» Блин, что-то я запутался в натуре. Ладно, следующий дубль будет.